поединке со «Спартаком» крыльям будет нелегко. В противостоянии самарцам не помогут Димитар Макриев и Павел Яковлев. К тому же москвичи в последнее время на подъеме, не проигрывают уже с июня. Сейчас подопечная Валерия Карпина занимает 5-е место турнирной таблицы и будут бороться за медали чемпионата. Хорошая команда, которая будет очень тяжело, и нужно играть на победу. Мы можем выиграть любую команду, если будем верить в себя. Грядущий матч станет последним в карьере легендарного футболиста Андрея Тихонова. Скорее всего, он продолжит карьеру в московском клубе уже в качестве тренера. Тихонов отыграл за крылья в общей сложности 5 сезонов. В Самаре его помнят, любят и уважают. Я думаю, он еще будет хорошим тренером. Я уверен в этом. Вот. А про футболиста что можно сказать? Что профессионал с большой буквы. Открытый человек, очень позитивный. То есть приятно общаться. Андрею Тихонову волжские болельщики готовят подарок в виде флага самарской команды с пожеланиями. Поединок «Спартак» «Крылья Советов» состоится в это воскресенье на стадионе «Лужники» в 18:30.